Мир войны, приключений и тайн. Ты готов присоединиться к нам? Что ж, тогда добро пожаловать на New Freedom. Круши врагов вместе с 501-м легионом. Будь скрыт и опасен в 41-м корпусе. Спасай жизни в 917-м, сохрани порядок с гвардией, тренируйся и обучайся под командованием инструкторов. На New Freedom. Все ссылки буду читать в описании. Вот и на связи. И вы знаете, я с вами так рад поделиться настолько достойной игрой, какая, между прочим, создана отечественным разработчиком, что ее можно вполне назвать Battlefront'ом на мобильное устройство. И вся прелесть в том, что это не какой-то издевательский перенос компьютерной версии, а действительная созданная с нуля игра. Естественно, поддержите видеоролик лайком и комментарием, чтобы увидело как можно больше любителей игр по Звездным войнам, и подпишитесь на канал. Желаю приятного просмотра. Сейчас просто доверьтесь мне. Совершите подписку на все ресурсы игры, которые будут ждать вас в описании. А там на этих ресурсах и свежие новости, и возможность предложить свою идею, ну и, естественно, прямой контакт с разработчиками. Одним словом, важные аспекты жизни любого проекта. Вот, например, совсем недавно вышла новость о грядущем обновлении, где добавят терминал вызова техники. Кому-то что-то не понравилось, он это предложил в комментариях. Разработчик, если это действительно полезно, учел и добавил. А теперь буду вас знакомить. Ее, ну игру, зовут Star Wars The Road of Force. И по правде говоря, я вам уже пару лет назад демонстрировал ее, подсказка на видеоролик тот, в правом верхнем углу. Но поверьте, сейчас это абсолютно другой проект. Был, например, создан лаунчер игры, вы не ослышались. Он выполняет ту же самую функцию, что и Origin со Steam, но только на мобильное устройство. Тут нельзя не согласиться, что прыжок довольно-таки был совершен высокий. В лаунчере можете выбрать игру, почитать о ней небольшой синопсис и посмотреть доступные обновления. А чтобы запустить необходимое приложение, просто берете, нажимаете на иконку и ждете. А пока идет загрузка, ждем, хочу сделать важную заметку. Игра наконец была оптимизирована. Да, буду честным, раньше ваше мобильное устройство разряжалось намного быстрее, да и производительность была крайне низкой. Например, если вы играли в одиночную игру, был низкий FPS, если в онлайн, то бишь с другими игроками, да, такая возможность была и есть сейчас, низкий FPS и высокий пинг. Ну а пока мы с вами разговаривали, все уже загрузилось, сейчас мы находимся в главном меню. И прежде чем рассказать о режимах игры, ее механиках и всего остального, покажу вам, казалось бы, небольшое, но в то же время важное. Это меню настроек. И здесь вы можете, извиняюсь за тавтологию, настроить под себя, ну, буквально все. Комфортный язык, уровень звуков, качество графики и прочее. После того, как вы создали для себя уютную атмосферу, ввели псевдоним, в вашем распоряжении для игры на данный момент два режима, это сетевой и одиночный. По возможностям они совершенно одинаковые, там и там либо битва на карте, напоминающая, знаете, полное превосходство из Battlefront 2 17 года, о чем, кстати, расскажу позже, либо сражение против ботов с напарником. Но я знаю, что в основном все будут играть в сетевую игру, поэтому давайте ее и выберем. Режим противостояния команд, снизу, как нетрудно догадаться, показано количество активных игроков сейчас, и карта, на момент записи доступна, увы, лишь одна, ну и запускаем. Ожидаем подключения к сессии, и вы можете заметить, что сделали загрузочный экран, где показано количество игроков, их никнеймы, естественно, карта и все остальное. Выбираем фракцию, за которую вы всегда хотели поиграть, класс, и, поздравляю, мы с вами сможем окунуться в мир Звездных войн. Приятной игры! А сейчас, когда я уже вас познакомил с игрой и продемонстрировал технические моменты, хочу высказать свои настоящие впечатления. Вы знаете, я с этим проектом знаком уже несколько лет. Разработчик и вправду пережил много трудностей. Он, например, свой проект загружал в Play Market, там его заблокировали Disney довольно-таки оперативно за нарушение авторских прав. Но все-таки он не отчаивался, руки не опускал и выкладывал свою игру на различных форумах.
С большими перерывами, но тем не менее он продолжал над ней работать, и вот сейчас, совсем недавно, выпустил, как можете в этом убедиться сами, по-настоящему качественный продукт, у которого есть все предпосылки стать полноценной игрой. Если, конечно, это не заметит Disney, правообладатели, и вы знаете, они могут ведь даже подать в суд. Но в игре нет никаких коммерческих операций, то бишь вы не можете, не знаю, приобрести валюту игровую, кредиты, персонажи, и все остальное абсолютно бесплатный продукт. Я думаю, этот фактор есть дополнительная мотивация сейчас перейти, подписаться и поддержать, сами понимаете, как автор. Я думаю, он действительно этого заслуживает. И, наконец, самый главный вопрос, а стоит ли тратить свое время на эту игру? Мой ответ будет краток и ясен. Конечно же, да! Загружайте, играйте и поддерживайте! Вот я вам и продемонстрировал новую мобильную игру по Звездным Войнам. Я еще раз напомню, что все ссылки будут в описании, поэтому переходите, загружайте, играйте и поддерживайте. Поддерживайте в том числе и меня своим лайком и комментарием, и, конечно, подписывайтесь на канал. Ну а это конец видео. Обязательно подпишись и поставь лайк. С тобой был Ото, еще увидимся.